Дорогие друзья, сегодня моим гостем является замечательный саксофонист, выдающийся саксофонист Лемби Царсау. Он известен всему Советскому Союзу по удивительному сотрудничеству с потрясающим пианистом Леонидом Вискевичем. И надо сказать, что каждый из этих музыкантов, Леонид и Лембит, они сами по себе прекрасно играют в разных составах. Я должен сказать, что Лембит, например, в течение своей жизни множество раз посещал фестивали у Лайонела Хэмптона в Америке. Это большой друг. Лембит был всегда большим другом. Маэстро. Восемь раз был на фестивалях у Лайонела Хэмптона. Вот, я бы хотел спросить у Лембита его творческие планы, какое настроение, как ты себя чувствуешь вообще, насколько было интересно тебе играть Baltic Jazz? Да, Женя, я очень рад, что такие вопросы тебе, потому что я последнее время, конечно, последние 4 года я очень занимаюсь педагогической работой. И, конечно, если ты педагог, так это берет очень много энергии. И остается на такой музыкальной жизни, в смысле путешествовать. Я могу такие маленькие, как сказать, Эстония или Финляндия, или Германия, а вот уже Америка, это очень сложно, потому что это период очень много времени. А Baltic Jazz, это у меня давно известный фестиваль. Я был здесь Леонид Вицкевичем, и ритмогруппа здесь лет где-то годы 95-96, и как-то я сюда приехал, так там мне всегда этом фестивале у меня был такой особый, хороший, теплый прием и настроение. И я удивляюсь, что есть места, когда есть там, в нашем мире, что есть такое понятие, как джазовая классика, да? И свинговая музыка, если звучит. И сегодня, как раз сегодня, после твоих коллектив, можно так сказать, я в восторге, потому что вот звучит такая музыка. Спасибо, Лембит. Хорошим ритмом и такой настоящим свингом. Спасибо огромное. Я должен сказать, что вот все пластинки, которые выпущены в течение советского времени с Леонидом Вискевичем, они являются настоящим классиком. Не только советского джаза, а вообще джаза. Поэтому мы тебя очень благодарим все. Творческих тебе успехов, счастья и много-много радости. Спасибо. Спасибо.